Окей, вендер. Определение врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям, облегчать их страдания, спасать от смерти ближних. Один из самых благородных и гуманных препаратов, и необходим медицинский аспирин, болидопин, эпишин – это препараты пирогов, мечников, золотов, пирогов. Это специально на территории заболеваемости. Это очень легкий вопрос. Когда лечебной травы, то да, я врачебный толк, но трудно сказать медицинский специалист. Анатомия, фармакология, стоматология – это медицинские простые приложения. Анатомия, фармакология, стоматология – это медицинские самому себе, например, вступительное слово или устная медицинская. Почки, печень, виды монологической речи. Заболевание кожи. Бронхит, пневмония, пролит – это заболевание. Билет номер 12. Консультация – это совет специалиста по какому-либо вопросу. Дайте определение. Нужный вопрос. Простое предложение и сложное предложение. Простое предложение, например, я вчера ходила к окулисту на консультацию. Простое предложение. Сложное предложение. Я вчера ходила к окулисту на консультацию, чтобы оказать выступление, говорить, слушать на эпидемиологической станции. Так, а вот выступление, что вы можете делать? С чем может выступать студент? Работа студента, вот всемирная общая доклада, организация, это рефераты, здоровый образ жизни и КУФАС, Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Казахский национальный медицинский университет, это научно-исследовательный институт, исследовательский институт, ЖКТ, это желудочно-кишечный тракт, ЭКГ, это эндокардиограмма, электрокардиограмма, УЗИ, это ультразвуковое исследование, синдром, инфекция – это заражение микроорганизмами, бактериями, вирусами и простейшими. Простое предложение у пациента, простое предложение у пациента сложная инфекция. Это еще сложное предложение – это человек А, заражен. Второй этап, билет номер 1. Поставьте ударение в словах. Аллергия на И, антисептик на Е, абсцесс на Е, железа на А, диспансер на Е, союз на У, гипертония на И, гипотония тоже на И, каталог на О, диалог на О, монолог на О, анальгетик на Е, и какие виды делаете речи? Гипертонимоз на О, дисплазия на И, ну, устная, на А, кто может разговаривать? Обмен информацией идет. Между кем? Между человеком. Железодефицитом.
Не разговариваю. Да, в разговоре. Да? В разговоре. Затем вот сейчас у нас с вами диалог. Значит, это где? Может быть. Медика, санитарная. Виды диалогической речи. Да, диалогическая речь. До свидания.